Праздники все ближе и ближе. Дух Рождества и Нового года не оставит равнодушным ни одного человека. А какие же праздники без подарков и покупок? Здравствуйте! В эфире программа «Мелочи жизни». Мы поможем вам с выбором. Правильная стяжка – основа хорошего пола, будь то ламинат, плитка или паркет. Так что если у вас ремонт в самом разгаре, Европласт станет хорошим помощником в этом вопросе. Быстро, качественно, надежно. Компания Европласт, слушаю вас. Чем я могу вам помочь? Полы – это главная часть всех помещений практически любого здания. Пол должен быть надежным. Важную роль в этом играет стяжка пола. Сейчас этим видом строительных работ занимаются многие, но преимущества работы специалистов Европласт очевидны. Стяжкой пола здесь занимаются уже более 4 лет и точно знают, как сделать так, чтобы вы смогли без проблем уложить в своем доме, квартире или офисе паркет, ламинат или плитку. Процесс стяжки пола начинается с этого этапа. В технику загружают песок, просеянный, чистый, безо всяких примесей. Средняя или крупногабаритная техника, все зависит от объемов помещений. Машинный парк компании Европласт позволяет работать с большими объемами производств. Следующее преимущество. В Европласте используют самое современное немецкое оборудование. Этот бетононасос с легкостью позволяет подавать большие объемы раствора на высоту до 25 этажа за короткое время. Далее очередь за мастерами-бетонщиками. Строители распределяют раствор по всему периметру помещения при помощи маятников, устанавливая уровень будущего пола. Затем бетонную стяжку необходимо затирать, чтобы добиться ровной и твердой поверхности. Поверхность будущего пола готова. Теперь раствору остается лишь схватиться, и можно приступать к укладке напольного покрытия. Профессиональные строители каждый элемент своей работы выполняют точно и качественно. За свою рабочую смену строители компании «Европласт» с легкостью могут сделать стяжку пола на площади 150 квадратных метров. Это также одно из преимуществ работы этой компании – быстрое выполнение работ. Конечно, лучше всего этот вид строительных работ выполнять во время стройки. Но если ваш дом давно сдан и вы просто решили сделать капитальный ремонт своей квартиры, не волнуйтесь. Стяжку пола специалисты Европласт сделают и в уже построенном жилом доме. Как, например, в этой квартире. Никакого неудобства ваши соседи не почувствуют. Строители все этапы стяжки пола проведут быстро, аккуратно и уберут после себя мусор. И это очередное преимущество работы с Европластом. Аккуратность и чистота работы специалистов на всех ее этапах. Мы работаем, не доставляя неудобств, даже если работаем в многоэтажных домах. Соседям не причиняем никаких неудобств и работаем качественно и аккуратно. Предприятие «Европласт» работает как с физическими лицами, так и организациями. Индивидуальный подход, профессиональные менеджеры, технологи и строители, четкая система сервисного обслуживания. Компания «Европласт» ценит доверие каждого клиента. Делаю ремонт. Обратился в компанию «Европласт». Ребята приехали, выполнили все быстро, качественно. Я остался очень доволен работой. Всем советую. Почти в каждой семье есть автомобиль. Для кого-то это дорогая игрушка, для кого-то лишь средство передвижения. Общее у всех автовладельцев одно. Автомобиль – серьезный источник риска, который может доставить своему хозяину массу проблем и расходов. Особенно сейчас, в зимний период. Но беспокойство можно избежать, вовремя застраховав свое транспортное средство. Хорошим помощником в этом вопросе станет «Белгострах». Смотрим сюжет. Каждый автовладелец стремится как можно лучше защитить свой автомобиль. Ухудшающиеся погодные условия, плохая видимость на дорогах, короткий световой день – все это предпосылки того, что стоит задуматься о большей сохранности своей машины. Нет лучшей альтернативы, чем автокаска. Он гарантирует не просто защиту вашего автомобиля, но и спокойствие самого автовладельца. Очень удобно, что страховая премия может оплачиваться по частям. В 2 этапа – поквартально и помесячно. Действие договора страхования может быть распространено как на территории Республики Беларусь, так и за ее пределами. Все клиенты Белгостраха пользуются привлекательной системой скидок, которая минимизирует затраты на страхование. При страховании автомобиля возрастом до 10 лет возможна выплата страхового возмещения без учета износов, подлежащих замене частей и деталей. Так и оплата счетов ремонтных предприятий по факту ремонта.
Возмещаются также расходы по эвакуации автомобиля с места ДТП. Каждый страхователь выбирает удобный для себя вариант оплаты страховых взносов по автокаскам ежемесячно, поквартально, либо по полугодиям. Не стоит забывать и о различных скидках, что предлагает Белгострах. А так, при наличии у страхователя в Белгострах иных договоров страхования предусмотрена скидка от 3 до 30% за каждый год безубыточного прохождения страхования, то есть при отсутствии ДТП, предоставляется скидка. За первый год 10%, за второй 25% и далее. Так можно уметь снизить страховой тариф вдвое, то есть достичь максимальной скидки 50%. За прошедшие месяцы 2014 года уже более 400 страхователей обратились по договору страхования автокаска. Белгострах выплатил по их обращениям около 3 миллиардов рублей. В целом, для любого автовладельца важна не столько страховка, сколько гарантия надежности. И Белгострах выступает этим гарантом. Сегодня в крупнейшей страховой компании Беларуси проводится весь комплекс страховых услуг. Буквально 30 минут занимает оформление договора и осмотр транспортного средства, и вы можете быть спокойны за свой автомобиль. Заключить договор страхования сегодня можно не только непосредственно в офисе Белгострах по адресу Козлова 12А, но и в филиале по набережной 24А МРЭО ГАИ, а также в Старобине и Красной Слободе. При необходимости страховые агенты приедут и к вам домой. Ну а всем нашим клиентам мы желаем удачной дороги. Приобретая страховой полис автокаска, вы получаете уверенность в будущем. Ковер, как никакая другая деталь интерьера, способен подчеркнуть характер комнаты и передать ей особое настроение. Мода на ковры не проходит уже несколько веков, и в настоящее время ковер не теряет своей популярности. Само собой разумеется, речь идет о правильно подобранном ковре, который впишется в общий стиль вашего дома. А наполнить ваш дом теплом и уютом помогут в магазине «Ковровый дом». В магазине «Ковровый дом» вы найдете широчайший ассортимент ковров отличного качества, стильных расцветок, самых различных форм, размеров и ценовых категорий. Постоянное обновление коллекции от импортных производителей. Вы любите современность и стиль? В «Ковровом доме» вам предложат турецкие ворсистые ковры, основным достоинством которых является разнообразие текстур, легкость в уходе и эстетичность. Любите блеск и роскошь? Вас удивят эксклюзивные персидские ковры из шелковой нити, а также натуральные ковры из вискозы с добавлением шерсти. Ковры из шелка тонкие и элегантные, с характерным блеском. Ковры из вискозы отличаются мягкостью и очень хорошо удерживают грязь. А шерстяные ковры долговечны и устойчивы к механическим воздействиям. Ковры из натуральных материалов всегда дороже. Напольное ковровое покрытие из синтетических материалов экономичны и потому более доступны. Кроме того, у синтетических напольных покрытий немало и других достоинств. Разнообразные яркие цвета, устойчивость на излом и разрыв, грязеотталкивающие и антибактериальные свойства. Такие ковры отлично подойдут в детские комнаты. В магазине «Ковровый дом» легко подобрать яркий, интересный ковер детской тематики. Пушистый, мягкий, приятный на ощупь – таково идеальное покрытие для спальни. В спальню подбирают ковер в светлых, неярких тонах. Также прикроватное пространство можно украсить при помощи небольших мягких ковриков. А вот для помещений, в которых прибывает много людей, обеденных залов, гостиных, холлов и лестничных маршей, лучше выбирать ковры с неразрезным ворсом. На них мало заметны следы от обуви, мебели, да и чистить такие ковры удобно и просто. Зрительно увеличат пространство помещений светлые ковры и диагональный рисунок. Ковры-циновки ценятся во всем мире за свою экологичность. Натуральность и оригинальный этнический колорит такого коврика украсит вашу прихожую и кухню. За счет своих качеств и интересного плетения они создают ощущение уюта. К тому же они плотные и не марки. Одним из важнейших элементов ванной комнаты является коврик для ванной. В магазине «Ковровый дом» вам предложат акриловые с пенорезиновым основанием и хлопчатобумажные коврики всевозможных форм и расцветок. Маленькие коврики – замечательные аксессуары, с помощью которых удобно расставлять милые цветовые акценты. Такие коврики должны быть самых разных и ярких цветов и оттенков. С ними легко зонировать помещение. Форма ковра имеет большое значение. Интересно и оригинально смотрятся ковры в виде среза дерева или цветка, шкурки животных. Не менее важен и цвет ковра, ведь с помощью цвета можно придать помещению теплый либо холодный вид. Срок службы вашего ковра напрямую зависит от того, как вы за ним ухаживаете. В магазине «Ковровый дом» вам обязательно дадут консультацию по уходу за приобретенной вещью. Подскажут, как сделать так, чтобы ваш ковер прослужил вам долго, не потеряв ни одного из своих качеств. Спешите! В «Ковровом доме» стартовала новогодняя акция. Совершив покупку до 31 декабря, вы получите скидку в 10% на последующее приобретение. Подробнее об условиях акции вы можете узнать у продавцов-консультантов.
Турецкая баня всегда считалась на Востоке источником истинного наслаждения. Что же представляет собой турецкий хамам? Ответы в нашем сюжете. Хамам в спортивно-зрелищном комплексе – это небольшое помещение, которое в обязательном порядке выложено мелкой плиткой, мозаикой. Пол и лавочки подогреваемые. Такова особенность хамама. Сделано это специально, чтобы посетитель чувствовал себя комфортно во время пребывания здесь. Основной отличительной чертой этого типа бань является и особый температурный режим. Она не такая жаркая, как обычная баня или сауна. Температура в хамаме колеблется в диапазоне от 30 до 55 градусов и идеально подходит для людей, которые не любят или не переносят высокие температуры. Это также обеспечивает турецкой бане популярность. Хамам, как и другие типы бань, возвращает не только бодрость духа, хорошее настроение, свежесть, но и является средством поддержания молодости организма и снимает головные боли, а также усталость. Турецкие бани помогают при лечении таких заболеваний, как простуда, астма, бронхит. В турецкой бане можно находиться часами, впитывая все прелести отдыха. Если вы предпочитаете спокойный и размеренный отдых, то вам здесь обязательно понравится. Попасть в хамам можно в любой день. Стоимость турецкой бани на 2 часа 490 тысяч белорусских рублей. А хамам и сауна с бассейном обойдется вам в 980 тысяч белорусских рублей. На сегодня все. Надеемся, наша программа поможет вам и с покупками, и с подарками, и с хорошим настроением. А мы ждем встречи на следующей неделе в среду в 20:30 и в воскресенье в 19:45.